сегодняшний матч, перед сегодняшним матчем было слишком много посторонних разговоров, непонятных откуда взявшихся. Вот, и по этому поводу у меня накануне родился такое лирическое стихотворное, в стихотворной форме произведение маленькое. Я их называю стихотворное словоблудие, короче. Мы будем биться, чтоб там не писали. И пусть букмекеры готовят западню, мы просто победим, чтоб все от нас отстали и не велись на всякую пи-пи-пи. Вот, это противовес тому, что было накануне. А сегодня, ну, мы просто попросили ребят в последней игре сезона, там у многих кончается контракт, многие еще там остаются, в общем, как бы я этих дел не касаюсь, но, тем не менее, попросил ребят, чтобы они в последней игре оставили о себе хорошее впечатление, чтобы выложились все, сыграли как могут свою лучшую игру. И, в принципе, я думаю, что у нас это получилось. 4-0, результат сам за себя говорит.